До студії нового дня сьогодні завітали методисти сектору хореографії Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Анатолій Кривошей та Любов Древіна. Вітаємо вас! Доброе утро! Як завжди, сектор хореографії готує масштабні свята, конкурси, проекти. І сьогодні будемо робити невеличкий анонс для того, щоб телеглядачі, які з цього року, з наступного 2018 року, хочуть розпочати нове життя, приєднатися до чогось нового, мали змогу приєднатися до ваших проєктів. Тож, пане Анатолію, будь ласка, розкажіть нам. Обласний центр, ви праві, дійсно, ежегодно планує мероприятия, як традиційні, які проводяться у нас кожен рік, фестивалі, програми обучаючі, конкурсы, так, безусловно, и какие-то и придумают новые проекты. Вот. Так и не исключением есть и 2018 год. Тоже очень год насыщенный, очень много мероприятий, фестивалей, конкурсов, семинаров, школы хореографов. И вот, безусловно, мы к вам пришли, потому что, как бы сказать, презентовать наши мероприятия, еще раз повторюсь, как традиционные, так и новые проекты. И в феврале месяце у нас уже, как бы сказать, начинается первый телевизионный проект, это новый проект «Шаг за шагом», проект этот Любовь Петровны Древиной, и я хотел бы дать слово ей, чтобы она более подробно, как-то, да, вот, вкратце, у нас немного времени, ну, рассказала об этом проекте. Николаевский областной центр народного творчества приглашает всех любителей танцевального искусства присоединиться к более активному способу проведения досуга. И вот в нашей рубрике «Step by Step» она рассчитана на аудиторию леди-сеньоры и зрители возраста X, которые могут сделать свой выбор и определить, какое же направление их интересует. Мы шаг за шагом, от программы к программе, будем посещать танцевальные клубы, школы танцев и народные коллективы, в которых будем давать базовую основу конкретных направлений танцевального искусства. И зритель при помощи интернет-голосования сможет сделать свой выбор. И итоги голосования мы объявим 29 апреля в Международный день танца в Каштановом сквере. Будет большой флешмоб, на который будут приглашены все любители разных направлений со всей области. У нас же в области есть очень много танцевальных направлений, поэтому каждый человек может себя найти. Приходите, выбирайте, наслаждайтесь. Ця програма «Крок за кроком», ви сказали, вона розрахована на людей абсолютно будь-якого покоління, будь-якого віку. Ви торкнулися віку саме людей більш зрілого? Ну, скажімо так, леді і сеньори. У нас сьогодні дуже мало людей, які знають про те, що танцювати можна не тільки на фітнес-клубах або десь на дискотеках. Пожалуйста, ми вже пропонуємо навіть вот знайти себе в школах аргентинського танго. Даже это социальные танцы? Это социальные танцы, конечно. И вот в современном направлении школа танца Пасадена тоже проводит большую работу с возрастной аудиторией возраста X, скажем так, потому как сегодня каждый уточнять, себя да? чувствует, да, как он наши глядачи зараз мают возможность даже переглянуть. Да, вот в прошлом году на День города мы провели такой флешмоб, мы изучали танец Ойра. И вот на сегодня тоже возникла такая необходимость обратиться к традиционным танцам. Мы будем проводить творческую лабораторию, выездную творческую лабораторию. Это будет и Баштанский район, и Казанка, и Новый Буг, и Одесса, Новая Одесса, где мы будем проводить творческую лабораторию по изучению непосредственно традиционных танцев, которые мы позаимствовали в фольклорной экспедиции школы традиционного танца Божичи. Это, в общем-то, не постановочная хореография, это действительно бытовая. Вы знаете, что украинцы, в общем-то, всегда на своих праздниках не могли обойтись без танца. Танец – это прежде всего общение, это прежде всего наслаждение от музыкального сопровождения. И, в общем-то, людям пора бы уже отдыхать более активно и наслаждаться танцевальным искусством. Вы будете запрошивать людей до Миколаева, чи ехать саме до них? Вначале мы будем выезжать, потому что на сегодняшний момент, ну, в общем-то, есть сложности с переездом. Мы сначала будем выезжать, а потом результаты своей творческой лаборатории все жители Николаевской области смогут увидеть во время
большого праздничного мероприятия, которое будет проходить опять-таки в Каштановом сквере, посвященное 80-летию образования нашего областного центра народного творчества. Это будет традиционный такой праздник фольклора, фольк-толока. И вот туда же будут съезжаться все наши участники нашей творческой лаборатории. Приглашаем всех желающих принять участие в такой, ну, необыкновенной, я скажу, такой флешмобовском, ну, дружественном таком собрании, скажем, праздновании. Приєднуємось до запрошення. Залишається всього декілька хвилинок, дві хвилинки, для того, щоб швидко проанонсувати, які ще події у нас є. У нас буквально накануне, после мероприятий, то, что проанонсировала Любовь Петровна, у нас большой праздник, это конкурс сюжетного танца малых форм «Dance Day». То есть у нас впервые проходит как с названием «Dance Day», и только не оновленное название, будем говорить, «Чередного чебетка», который у нас проходил как областной конкурс. Да? У нас вышел этот конкурс на региональный уровень, куда будут приглашены коллективы других областей Украины. Ну и наши, безусловно, коллективы, 47 коллективов, которые прошли областной конкурс «Прилина Прибужья», который проходил в прошлом году. Вот 47 коллективов уже как бы у нас определены участники. Ну а остальные будем ждать заявок из коллективов других областей Украины. Это то, что у нас впереди. И, безусловно, в апреле, это у нас будет 30 марта, и в апреле у нас будет проходить большой фестиваль танца, посвящен Международному дню танца. Тобто танцювати Миколаївщина буде впродовж цілого кварталу. Хореографія насичена. Да, не Миколаївська, а весь регіон, так я розумію. Вся Миколаївська область буде привлечена к таким творчим нашим наработкам. І я хочу анонсувати, що у нас буде проходити 20 февраля. Приглашаємо всіх прийти на семінар по возрожденному вже сьогодні танцю Лінді Хоп. Да, это очень энергичный, стильный танец. Он начинал свое развитие в 20-е годы, когда развивалось джазовое направление. Танец включает в себя элементы чарльстона, джазовой акробатики и степ. И ввиду того, что вот танец получил свое название от тогда в 20-е годы, была еще такая трансатлантический перелет Линдберга, известного летчика, да, он соединил, получается, Америку и перелетел через Атлантику. И вот тогда все газеты пестрили названиями «Линди Хоп за Атлантик». И вот когда на танцполе один из танцовщиков, в общем-то, выражал свои эмоции разными движениями, включая туда акробатические элементы, и один из журналистов подошел и спросил, как же называется ваш танец? О, и танцор вспомнил название, которое пестрят в заглавиях газетных, и «Линди Хоп», то есть «Линди Прыжок». И учитывая того, что танец насыщен большими акробатическими элементами, вторая часть нашего семинара будет, будет посвящена именно акробатике. И вот на семинар мы приглашаем для проведения именно в танцевальных направлениях линди-хопа, это киевские мастера свингового танца Тарас Мельник и Виталия Бруханская, это самая большая в Украине школа по линди-хоп, и также для того, чтобы можно дать азы акробатики в этих танцах, мы пригласили руководителей уже всем известной в городе танцевальной школы Слайс, это мастер спорта международного класса, он основал Іменно дійсно дуже маститі до вас танцівники завітають, але маємо сказати дякуємо нашим ранковим гостям, тому що завершується даний тематичний блок. І маємо передати слово нашим колегам, а вам бажаємо тільки наснаги для того, щоб миколаївці мали змогу зробити наше місто дійсно хореографічною столицею.